Внеочередные президентские выборы в Казахстане показали, что действующему главе государства доверяет абсолютное большинство граждан. И явка на голосовании, и количество пришедших на флешмоб после него показали, что денисовцам не безразлична судьба Казахстана. Я поздравляю с победой на неочередных выборах президента Республики Казахстан, нашего президента, нашего Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Наш народ, в том числе мы, денисовцы, доказали, что мы за единство, сплоченность и солидарность. Явкой на избирательные участки. Несмотря на пронизывающий холодный ветер, все присутствующие пребывали в веселом настроении и подпевали артистам. На площади звучали патриотические песни. Взрослые, но и молодежь твердо знает, для чего нужно ходить на выборы. У нас демократическая страна, и будущее нашей страны в наших руках, в руках народа, и мы должны четко знать, чего мы хотим. Здесь люди разных возрастов, и маленькие дети, и взрослые. Передача от поколений к поколениям, чувство патриотизма и долга. В Денисовском районе за два последних месяца провели множество различных мероприятий, которые помогли каждому жителю, имеющему право голоса, сделать свой правильный выбор. Хочу поздравить всех казахстанцев с тем, что мы 26 апреля совершили исторический выбор и выбрали нашего кандидата в президенты, нашего действующего президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Районный штаб проделал очень большую работу, и хотелось бы поблагодарить всех активистов нашей партии, волонтеров, членов штаба, доверенных лиц. Сегодня, как никогда, наш народ поддержал нашего президента, выразил свое мнение, поддержал те реформы, которые проходят в Казахстане. За то единство, за многонациональный наш народ. Я в этом не сомневался, и мы все убедились. Своим флешмобом денисовцы еще раз продемонстрировали, что верят в свой выбор и готовы работать, чтобы жизнь в родном районе стала лучше. Валерия Зиновьева, РТН, Денисовский район, при содействии телекомпании «Акцент».